Всех приветствую. На одной из охот со своей пневматической винтовкой, где я охотился около реки, кстати, видео с этой охоты и другими охотами можете посмотреть в описании под данным видео, я заметил, что в реке есть, оказывается, рыба. Но так как я вообще не очень рыбак на данный момент, я решил посмотреть способы, что же можно придумать. И лазя на маркетплейсах, я увидел, что есть такая раколовка. Но по сути она мне напоминает сеть очень интересного строения. Я решил приобрести данную сеть для того, чтобы поставить и протестировать вообще, возможно ли на нее поймать не раков, а поймать рыбу. Но вот как раз этим мы сейчас и займемся. Эта сеть у меня пришла довольно-таки быстро, и я начал ее распаковку. Но момент распаковки было замечено, что знаете, что оказывается, не только в охоте все вещи, которые ты приобретаешь, нужно все-таки доводить до ума, то бишь модернизировать. Хотя изначально самое меня удивляет, что ты платишь уже за ту вещь, которую хочешь приобрести. И я тоже модернизировал. Это небольшая модернизация касается того, что я просто прикрепил туда веревку для того, чтобы сеть не утекла, не уплыла, ну и просто ее фиксировать на берегу. Следующее, вы можете видеть, что вот есть отверстие, куда по моей теории должна заплывать рыба, я надеюсь. Там, кстати, еще кармашек для того, чтобы положить туда прикормку. В моем случае, я думаю, что, скорее всего, это будет хлеб. А вот зрандель сидит там. Но я сегодня сейчас без ружья пришел на свою позицию. Да, он летает. Было в ружье, можно было бы попробовать. Но, правда, далековато. Ладно, суть не в этом. В общем, вот здесь, когда я охотился, я увидел, что здесь есть вот эта рыба довольно-таки большого, ну, такого нормального размера. Я не рыбак, в принципе. А сейчас вот сюда вот попробую установить эту штуку. Надо будет только аккуратно спуститься и поставить. Ну и посмотрим, из этого получится. Сейчас эту штуку, вот там есть мешочек, я хлеба добавлю. Вот есть вот хлеб, и мы сейчас вот это установим и потом кину, посмотрим, получится ли у меня на эту штуку что-то поймать. Хорошо установил. Ну, для первого раза, я думаю, сойдет. Посмотрим, если что. Потом другое место переставим, туда немножечко. Но там спуск очень неудобный. Вот я решил пока вот сюда поставить, попробовать. Здесь типа такая небольшая заводь. Ну, не знаю, в общем. Тестируем. Не рыбак, а? Посмотрим. Ну, что сказать, там вроде кто-то попался. Я пока не вижу, просто вижу. Видел, что там шевеление было. Но она еще постоит, потому что я здесь задержусь. Сегодня, походу, будет удачная охота. Пение птиц получше, чем вчера, когда я приходил, и здесь вообще затишье. Он уже где-то вон там вот поет в кустах. Поэтому, думаю, еще часик пусть постоит. Но если как вариант, это прикольно. Там пока мелкое что-то вижу. Да, я с крупной не попал, с крупной плавает. Вон там я даже видел. Вон, видите, есть волны где. Там прям видно с берега вот отсюда, что там кто-то сидит, плавает, вернее. Что попалось? Попалось, конечно, мелкотня. Вон есть один более-менее. Сейчас достанем. Крупный сородич. Но все равно это все мелкотня. Вон куча таких. Вот таких надо выпускать. Пусть плывут.
О, налетели сразу. Нас это вот сюда, мне кажется, надо поставить. Но это, наверное, не сегодня. Хотя посмотрим, может, и поставлю. А сейчас это все я выпущу. И жалко, там крупные плавать есть они. Но я все-таки решил переставить сесть сегодня. И, как видите, я установил в то место, которое я говорил, что хочу туда поставить. Да, туда установка была непростая, но я все-таки это смог сделать. И сейчас, как видите, я делаю прикормку на то же место. Это тестирование. Я не знаю, делаю вообще правильно или нет. Просто не знаю. Вот так интуиция подсказала, что нужно так сделать. И прикармливаю я в шинок. И приду я на следующее утро и посмотрю, будет ли более лучший вариант или нет. Ну что, настало утро, зашло солнце, и я пришел проверить вот эту вот штуку, рыболовку. Сейчас застанем и посмотрим, что у нас там, попалось ли что-то или нет. Кстати, сегодня даже рыбы нет, ничего, что-то так тихо. То ли все я поймал, что сомневаюсь. Что можно наблюдать, что в принципе это система работает. Вот смотрите, сколько. Ну, уже, кстати, покрупнее. И количество, ну, неплохое. Но здесь и речка такая, она. Как бы там есть крупники, но, видимо, они пока, не знаю, надо пробовать, но вероятность есть большая. Но сам лайфхак, как я понял, работает очень хорошо. Можно использовать. Ну, из этого особо, не знаю, там что-то... Уху наварить что-то можно, я не знаю, скажите мне. Я, конечно, сейчас ее отпущу. Это мне чисто было сейчас как спортивный интерес. Если бы еще что-то покрупнее поймал, то, наверное, я бы использовал. Ну, это... Не знаю, в смысле, ниже. Вот это вот, конечно, крупненькая. Вот есть, кстати, крупненькая. Довольно-таки. А так... Ну, алкаши в основном. Попались. Ну, количество неплохое. И это по сути всего пришло за ночь. Неплохо, неплохо. На этом я буду заканчивать. Прожмите лайк, поддержите меня. Подпишитесь обязательно на канал, если еще не подписаны. Всем пока.